Йо, ребята, я нашел еще одну крепость, можно будет ее посмотреть, вся хуйня. Вроде что-то новенькое, но оно явно отличается от того, что мы видели. Там мы увидим новые анимации казней, а также, по моему мнению, лучшего арбалетчика в игре, и я совершенно сейчас без сарказма говорю, самый ёбнутый арбалетчик, которого я только видел, даже получше, чем в прошлый раз, вот то я, помните, да, вот там, где 40 минут мы с ним сражались. Ну ладно, давайте посмотрим. Я просто рад, пиздец, что есть такой под. Это также, ну, просто почему так много сейчас на данный момент выходит контента? Потому что, ну, он есть. Сейчас же, видимо, не знаю, что они делают. Они приглашают топовых блогеров, типа, чтобы они поиграли, потом, типа, сделали рекламу. Ну, пиарят, в общем, игру. И, соответственно, контента больше. И, ну, найти что-то интересное не составляет труда, поэтому хочу залить все на свой, так сказать, канал, чтобы, блять, можно было найти все в одном месте. Поэтому погнали, хули. Мне все-таки так нравится, пиздец, эти уроки, они так классно добивают друг друга. Бля, опять чувак в имперском шлеме. Все так хорошо начиналось, ну пиздец. Ты не захватишь эту крепость, блядь. Я клянусь темным властелином, ты этого не сделаешь. Мы можем многое получить. Если ты победишь, ты получишь эту, блядь, мощную крепость. Если мы победим, нашим призом будет, блядь, каждый предатель, который сражался в твоей армии, блядь, мы его будем пытать, что пиздец. Он пытается напугать нас этими словами. Слова не спасут тебя, твою крепость от захвата. И они не спасут тебя. Без пощады ебашим, короче. Бля, опять этот... Ай, блядь, опять этот бах. Сейчас, наверное, ну да, да. Нихуя стена. Блять. Просто, блять. Просто. Ладно, я молчу о том, что стена сломалась за секунду. Вы смотрите на это. Вот, на вот это. Да, да. Да, да. Да. Ага. Ага. Ага, то есть, ну, его, ну, ему как бы похуй, стены нет, да, он, ну, он, в воображении сейчас бы губку Боба. Ебать, он в натуре лезет. Интересно, что будет, когда он долезет до конца? Он осознает, что там нихуя нет, или он будет стоять на воздухе? На точке капитанов вообще нету. Во, он, походу, упал и сдох. Почему на... Ладно, может быть, на точке просто не хватает солдат. Наш капитан пробежал, блядь, вот так вот мимо. Здесь были солдаты, и они его даже не трогали. Он просто побежал на точку. Нихуя себе, они приручают карагоров? Смотрите. Смотрите, блядь. Наш капитан катается на броукен-карагоре. Даже не прирученном. Нихуя себе, они шарят приручать, прикиньте. Он просто на него напрыгнул, ебашит. У него минимум хп, он ебашит. А, он командир, точно. Он же имперец. Сейчас этот карагор его загрызет.
Дракон летает. Сейчас будет красивейший капитан, просто один из самых красивых капитанов. Вождей. Гляньте, просто пиздата, да? Не, ну блять, ну согласитесь, пиздаты у них брони в этой части. Вот этот арбалетчик, о котором я говорил. Просто вот этот 19-й. Он конченый, просто конченый. Я говорю, я не знаю, нахуя ему арбалет. Дайте ему меч. Просто он самый конченый воин вообще. Просто вот наблюдайте за ним по ходу. Если он будет в кадре. А он будет в кадре попадаться, просто смотрите за ним, блин. В жопу смотреть за Талионом, смотрите за арбалетчиком. Он такой выстрелил, понял, короче. Не, нахуй болты, буду ебашить всех с кулаков. И пошел раздавать хуйни. У него даже кулдауна не было. Он сейчас перекатится, опять спрячет арбалет и опять напрыгнет и будет хуярить. Это пиздец. Конченый арбалетчик просто. Вот новая казнь, кстати. Сейчас, по-моему, тоже новая казнь будет. Да, вот. Глотку перегрызли, блядь. Добивание. Ну, правда, она такой тупой, щитом, блядь, пиздец. Но это не тот арбалетчик, вы... А хотя нет, это тот, блядь, ну и пиздец. Теперь мы убили. Тоже новые анимации. Это что было? Смотрите на вот этого чувака 22-го. Он что, блядь, рыгнул или что? Или он типа кричит? Он напугал его криком. Там чел умирает, ну ладно, похуй. Он с имперским шлемом, я согласен. Не поднимай его, не надо. Пускай сдыхает. Хотя он командир, но все равно, блядь. Он того не стоит. Зараженный Урук бегает просто всех хуя. Блядь, испугался огня, ну и дебил. А наш в ярость вошел, блядь, из-за огня. Смотрите, как ебашит. Смотрите, блядь, как ебашит. Прыгает и ебашит. Нихуя себе. Смотрите, смотрите, он просто, он, блядь, реально в ярости просто. Сейчас попадет бомба, он опять пойдет в ярость, наверное. Он, наверное, от огня приходит в ярость. Это старая анимация. Бля, как же это круче выглядит в натуре от первой части, просто пиздец. Так уже хочется в нее поиграть. Это тоже с первой части. Все, захватывай точку, хватит. Бум. И все испарились, просто все, блядь, испарились, охуенно. Там у чувака 22-го минималка вообще, блядь, тупо минималка хп. На одну тычку вообще. Дракон летает. Так он даже на карте не помечается. Классно, сейчас будет, наверное, файтинг. Я смотрел, по-моему, до, короче, Оверлорда сейчас. Я знаю, кто будет Оверлордом. И, короче, у него Грауг будет. Прикиньте, он приведет Грауга, Оверлорд. А
Вот он, короче, такой типа идет. Сейчас вроде не видно Грауга, да? Не, я вроде не вижу. Хотя темно, пиздец, как в жопе у негра. Вот, сейчас он его приведет. Карагоры. Вот, смотрите, видели, заспавнился просто. Хотя он ничего делать не будет, как всегда. Они это должны пофиксить, он просто будет бегать за Таллином. Все. А будет драться, по сути, только Оверлорд и Карагоры. Все, ебать, вот это просто пиздец. Смотрите, он стоит, но он не дерется. Что за хуйня вообще? Что за хуйня? Ой, блядь. Пол хп, нихуя себе. Там есть скилл, типа, можно сломить, типа, несломленного Карагора, то есть с полным хп. Shadow Mount. Блядь, а что за хуйня? Смотрите, хп забагалось, хп не показывается. Ну ладно. Но все равно темно очень сильно. Неприятно, конечно, но ничего. Ну это он типа, походу, обрезал. Долго разбирался, наверное, как его мочить. Хотя они очень живучие, эти олахаи, и по ним надо, да, долго долбить. Он его и казнит, и пиздит, блядь, но он не умирает. А Граук все стоит. Просто все стоит, блядь. Видите, щиты ломаются теперь, если по ним долбить. А в первой части, если ты долго долбишь по щиту, без жесткого комбо, то он потом тебя хрусанет, блядь, по еблищу. А здесь нет, ты его пробиваешь со временем. Грауг вообще ничего не делает, тупо бегает и все. Не совсем понимаю, что вот эта атака ему дала, но... Ау, блядь, ебать. Казнь обычного лохая. Убили, короче. Ну, вроде не нубас играет уже на этот раз. Но не такой сильный нубас. Он хотя бы что-то делает. Ну, в отличие от, блядь, тех великих гениальных блогеров, как назвал их Оскар. Популярные, охуенные блогеры. Которые ни разу не играли в игру и говорят, что им нравилась первая часть. Ебать, охуенно, да? Так это ж ты сдохнешь уже, пиздец. Это что за слово моу сейчас было? Хотя он сам тупанул, у него есть эльфийская ярость, режим кольца, но он его не юзает. Он сам виноват. Ну и все, и он его, короче, заклеймит. Красивый чел, он достоин того, что... Плюс он сильный, он Грауга может призывать. Хотя этот Грауг ничего не делает, поэтому этот скилл можно вычеркивать. Ну, у него зубы охуенные, борода. У тебя есть борода, поэтому я скажу тебе да. Ну, короче, как-то так. Я думаю, ну, все равно, мне не жалко потраченных, блядь, на это времени. Все равно делать нехуй, мороженого пока нету. Скучно, нахуй, ничего делать. Жара на улице, как всегда, короче, поэтому... Блять, я только рад, чтобы заливать что-то, показывать какую-то хуйню, но пускай, блядь, всех уже заебала эта крепость, но здесь реально есть на что посмотреть. Ну, лично мое мнение, как вы посудите, это уже ваше мнение, то есть это уже ваши отзывы, вся хуйня, ваша, короче, точка зрения. Короче, крепость я вам запилил, все охуенно, если будет что-то новое. Вот я говорю, вот рекомендации сейчас у меня работают охуенно. Вот это видео у меня попалось в рекомендациях. Вот, а почему иногда они не работают, я не понимаю. То есть я их регулярно обновляю, короче, каждый, блядь, на минут 15 в натуре обновляю. И если там ничего нету, то, ну, через 15 минут снова смотрю. Вот я обновил, я сидел смотрел, короче, этот сериал.
И, короче, думаю, надо, короче, обновлять. Обновил, оп, нахуй, видос вышел. Все, я вот чикнул на канал, все, отлеглось, так сказать. А вот иногда вы кидаете ссылки, ну, я не понимаю, куда эти ролики уходят вообще, ну. То есть мой YouTube их просто игнорит. Все, короче, блядь, будем надеяться, YouTube не будет заливать это 10-минутное видео полтора часа. В общем, будем ждать еще чего-то. Будем ждать, да. Полюбасу что-то выйдет, потому что сейчас куча народу будет заливать свои эксклюзивные, в кавычках, геймплеи. Поэтому все, ждем с народом.